Всем привет! Приветствую вас на моем канале в рубрике мини-распаковочки. Но в данном случае, может быть, не совсем мини. Вот такая вот у нас штукенция сегодня на обзоре. Но, чтобы создать небольшую интригу, вскроем реально мини-пакетики, которые к нам недавно приехали. Как уже говорил я в прошлом видео, заказывал очень много болтиков и заказывал небольшие такие вот электрические приблуды, чтобы включать либо третий канал, либо свет с кнопки. Решил я попробовать и заказать несколько разных версий, чтобы вам показать. Потом, конечно, это будет все в сравнении. Вот смотрите, значит, первая приблуда такая. Значит, берем сразу из регулятора, грубо говоря, из третьего канала, где кнопка. Дальше у нас идет питание. И прям тут же, грубо говоря, на лебедку. И должно как бы у нас работать. Раз нажали, в одну сторону крутится. Нажали, выключилось. Нажали еще раз, пошло в обратку. Вот будем это все сравнивать и смотреть. Вот такая вот штукенция. В стороночку. Так, дальше. Когда все вот эти приблуды придут, у меня их прям порядка 3 или 4, мы все это дело сравним, все подключим и будем смотреть, что реально работает, а что полный фуфел, конечно. Так, дальше смотрим. Очень тяжелый пакетик. Ага. И здесь у меня мини и микро гаечки. Внутренние болтики. Я вам потом еще фотографии приложу. О, большое спасибо. Продавец очень рад, то, что я у него заказал. Положил такую визиточку. Но он всем, наверное, кладет. Болтики от 1,4. Получается дюйма. М1,4, М1,6. Внутренние. М2,5, М2. Ой, короче, вот много всего пришло. Я вам потом сфотографирую. Потому что вот мелочи вот этой вообще практически не найти. Так что приходится брать в Алиэкспрессе. С Алиэкспресса. Так, все, эту сторонку. И приступаем к самому долгожданному. Ой, ребятки, что тут нам пришло? Потихонечку скрываем, не спешим. Не хочется мне ничего испортить. Как заматывали, не знаю. На видео взвешивать не буду, но вот эта хрень весит почти 7 килограмм без аккумулятора. Так, чуть-чуть идет. Тут урочки. Смотрите, ребятки, что у нас здесь. Ребятки, здесь Е-Макс. И смотрите, какая здоровенная хрень. Обалдеть. Так, сейчас я вот это откину. О, давайте я вам его поставлю. Просто капец, здесь ширина. Ширина ломовая. Обалдеть, куда гусеница уходит. Я просто не представляю, как она ездит, но он настолько тяжелый. Он настолько здоровый. Смотрите. Металлические гусеницы. В простонародье гусли. Обалдеть. Так, ну что-то я даже не знаю. Вот это какая-то корочка у меня вот маловато. Вот это, по-моему, тоже на него. Давайте-ка сразу скинем и померяем. Ну-ка. Да, кстати, подходит по отверстиям. Ну, вот так вот мне что-то он больше, более нравится. Более солидный. Вот с этой корочкой мне как-то она более солидная. Что-то очень маленькая. Вот эту мы пока что оставим. А эту стороночку. Так, ну,
чтобы понять вам размер, посмотрим сейчас, сравним его со слэшем. Давайте вот так, наверное, мы сравним со слэшем. И мне кажется, он смотрится здесь по-детски. Обалдеть просто. Так, в стороночку. Корочку в стороночку. И смотрим, что у нас здесь, ребята. А здесь у нас два мотора. Две сервы. Ребят, у меня его не было, так что особо не пишите гадости. Потому что сам первый раз вижу эту всю систему. И до конца не понимаю, в чем дело. Получается, что здесь двухскоростная коробка передач. Вот эта серва идет на коробку. Не знаю, что там, повышенные, пониженные, или что там делается, или блокировки какие. Не знаю, будем с вами смотреть и все. Вторая серва идет чисто на руль, да. Кстати, крутится очень мягко. Уф, перевернем, посмотрим. Так, что у нас тут за серва? Так, серва DS-1015 ISRC. Не знаю, чья. А, родная Made in Taiwan, потому что Traxxas большая часть в Тайване собирается. Вот. В принципе, он покрашен. Все у него, в принципе, здесь пластиковое. Единственное, что... Смотрите, какие хода. По два амортизатора на каждую стоечку. Смотрите, все как ходит. О, смотрите. Сделано, конечно, очень интересно. Я думаю, вы еще такого проекта ни у кого не видели. Если вам реально интересно, пишите, куда мы должны на нем поехать. Сделан такой интересный закос под металл. Все покрашено в серый цвет. Сделано все из алюминия. Это, наверное, не знаю даже от чего. От танка, наверное. Элементы такие. Ну, надо будет пробовать, смотреть, как это все поедет. Как это вообще живет, насколько это дело хватит, не развалится ли это. Так, все заблочено, я так понимаю. Соответственно, дури здесь капец. Просто дури здесь капец. Так, ладно, в сторонку. Наблюдайте его в стороне. У нас еще к нему кое-что есть. Как вы считаете, что у нас здесь? Пишите. Так как канал молодой, вот, опыта не очень много, вот, прислушиваюсь к каждому мнению. Хобби у нас не бюджетное, но я в это не бюджетное не лезу. Вот, все у нас идет в рамках небольших сумм, потому что большая часть людей именно в этом и живет. В бюджетном хобби. Вот, бюджетные трофейки, бюджетные монстры всякие, грубо говоря, все по бюджету, чтобы было, чтобы без лишних трат. Поэтому и техника у нас не новая, а БУ. Как доживем до новых, тогда и будем говорить, вот это новая машина. Но мне больше нравится что-то конструировать, что-то делать. Так, ну ладно, немножко мы отвлеклись, продолжаем вскрывать наш пакет. А вот и колеса на этого монстра. Шутка, шутка, конечно. Вот они, его колеса. А это у нас, ну, на формат ВПЛ, наверное, потому что Хекс семерочка. Ну, в сторонку. Это подарок от хозяина. Какая-то баночка с запчастями. Так, этих колес 4 у нас. Кстати, резина очень мягкая, цепучая такая. Ну, на что-нибудь можно будет поставить интересненькое. Не знаю, ребята, как это дело ездит, но колеса капец какие.
Я реально вам сейчас говорю то, что вот этими вот траксосами всеми, слэшами, емаксами, я не болел и ничего про них не знаю. Вот. Первый раз вскрываю вместе с вами сейчас. Поэтому для меня все это дело, как говорится, в новинку. Будем вместе с вами это все дело использовать. Вскрываем банку. Банка ништяками. Ага. Охренеть. Я не представляю, это что такое. Это даже больше, чем на шуруповерте. Я не знаю, что это. Дальше. Дальше тяги какие-то. Не знаю для чего, буду смотреть, узнавать. Ну, покороче, не знаю, может быть, для колес надо что-то менять, но не знаю. Ладно, в сторону это все дело. Буду изучать, сегодня только вскрываем. Так, и регулятор оборотов. Так, регулятор оборотов, ну, это получается на него. Так, это что-то непонятное. Так. На два мотора. Так, регулятор идет у нас 14,4 вольта. Получается, вот сюда мы его поставим. На моторы и на аккумуляторы. И будем с вами запускать. Кнопочка отдельно, что-то перепаивалось. Ну, модель не новая, поэтому будем смотреть, что и как работает. Вот. В следующем видео более подробно расскажу, когда разберусь, запущу, посмотрим, как он едет. Ну, как говорится, первые тесты. Ждите. Вот. А сегодня, наверное, все. Ну, с этой коркой я вообще не вижу смысла катать его. Это я даже не знаю, это на 10-й масштаб. Вот. Так что я думаю, вот это нам будет более-менее симпатично. Ну все, всем пока. Спасибо за просмотр.